трио Виагра. Черненькая и почти рыжая. Аплодисменты девчонкам. Девчонки, какие азартные игры вы знаете? Начнем с вас. Карты. Вы? Да, хорошая игра, секс, я знаю, да. Дальше. Но. Третье. Карты для тарзана. Тарзан, да. Кто-нибудь еще какие-то азартные игры знает? Бублик. Вот, еще. Покер. Карты. Бильярд. Бильярд. Бура. Бура. Шашки. Бура. Бура. Ой, только сидит тут бура. Нарды. Нарды. Кости. Чьи? Шахматы. Самая сексуальная игра в шахматы. Там каждый кого-то берет. Я знал, что это ты скажешь. Никто! Девчонки, знаете, мы сейчас устроим на самую настоящую азартную игру, которая называется «Таракани и бега». Но тараканов у меня нет. Но есть три азартные девушки. А ну-ка, бурные аплодисменты! Девчонки, вы будете тараканьими руководителями. У меня есть три вот этих. Мы их назовем «Держите за два конца». Так. Лейла, вам надо учиться, потому как вы замуж выходите, вот, в ближайшее время уже тут, говорит, у вас все порядок. Держите. Нет, не кусаются, когда они. Они хорошие. Вот она, ишь, крепко держит. Ничего. Отпусти, это не ела ничего, а силу-то сколько. Посмотри, хочу. Хороший гость, ничего не ела. Надо приглашать ее в гости. Так, Лейла, вас сразу готова замуж. Кстати, крепко, но уверенно. Так, есть! Опа! Вторая и третья! Счастливая! Сейчас, девчонки! Оп, три дорожки, три таракана! По первой дорожке бежит таракан по имени... Говори! Барсик! Кися, 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 Барсик! По второй... Лёша! Ой, Лёха! Молодец, давай будешь бить. Так, по третьей. Григорий. Барсик, Лёха, Григорий. Слушайте, хорошие. Девчонки, условия игры очень простые. Помайка, что-то у вас это... Вот вы мне до конца разбудите. Да, конечно. Лёша, ты... вас Лёша не еврейского национальности? Замотали его раньше времени. Девчонки, по моей команде... Вот так за два конца карандаша начинаете наматывать сюда. И чей таракан сюда придет, там будет и победительница. Ну а что у нас о таракане и бега без ставок, правда? Это как равносильно же. Давайте сделать ставки. Кто ставит на таракана, только громко называй. Григорий. Григория. Сколько? Пошел, пошел. Твою сумочку залез как раз. Сколько? Охренеть! Ничего не сделал, Гриша, 3000! Аплодисменты спонсору, Гриша! Давай 3000 сюда! А что ты руку-то тянешь? Молодец! Хватит, больше не... Я так и не думал, что Гришка-то такая... Гриша! На, мой мальчик! 3! Что-нибудь, кто-нибудь тебе... Кто тут еще спонсором был, хотел поставить? Тэ-рэ-тэ-тэ-тэ! Кто ставит на таракана? Громко, красиво. На таракана? Лёху. Лёху. Кто на Лёху ставит? А чё сразу все приуныли и торт едят? Но есть желающие на Лёху? Герман, дай денег, не жалей. Лёха не местный, шёл, приплыл тебе. Люди добрые, поможите, кто сколько может. Лёха сам не местный парень. Шёл. Поможите на операцию, на лавку. Герман, дай денег. Так, люди, кто Лехе поможет? Что у нас нету? Сколько? Давай 500. Аня, какая добрая девочка. Давай. 500 рублей из кармана мамы ставим на Леху. Правильно. Не говори, что я встать даже из своего, если. Какая разница. Мама же деньги дает. Так, ехали. Лёхе 500. Господи, Лёха, тебе 500. Так, кто ставит... Подожди, красиво. На таракана красиво. Барсик. Барсика. Удары. Давай. А, чё, больше брать не буду. Ты у него занял или чё?
Так а ты что, дай тоже нам денег? Люди не из этой. Помашите, кто сколько может. Вот видно, не еврей, что сразу дает. Не-не-не-не-не-не. Вон парень, вот смотри, у него сколько денег. Ты, Таня, не подсказывай. Чтоб тебе дети на старости так давали. Хорошо, нормально. 1600. Люди добрые, ну Лёна, ну тут что такое? Ну стоит Лёха, 500 рублей. На свадьбе не ел, не пил. Чё, не дашь денег, да? Карточки принимаете? С пин-кодом. У него свет на метре. Поможите кто-нибудь. Дайте хоть копеечку еще. Ну чё же он стоит? Говорят, кто седой и 30 лет замужем, тот щедрый. Дэ-дэ-дэ-дэн. Надавил? О! Лёхи? О! Лёха! Отпросил тебе тысяч! Ребят, вы не поверите! У меня еще и цыганские корни, поэтому тут все у меня в порядке. Знаете, смесь какая? И евреи, и цыгане, и мадьяри, все по мне прошлись. Девочки, на старт, значит, по моей команде, только за два конца. Начинайте на голову. И чей таракан сюда приходит первый, та снимает весь банк. Янка, крути. Так. Тихо. Поднимите, пожалуйста, карандаши на уровень груди. Не льстите, на уровень груди, я сказал. Дай выше. На старт. Внимание! Поехали! Ну где? Где? Где ваша площадка? Должен вам сказать, ну нет, нет, это же не страшно, что там, да, пришла третья. Главное, не победа, а участие. Девчонки, чтобы вам не было обидно, я вам дам, вот, так сказать, вот вам петушочек. Подожди. Вам это, да? Да, да. Ну а вы что, весь банк, что ты? Ну, аплодисменты! Мои тараканы, чьи были? Мои? Жениха и невесты. Точно, да? Отдаем? Да, да. Аня, каждый год надо делать свадьбу. Ну, каждый год, да? На бумажную, это, девчонок приходят. Представляешь, какие бабки зарабатывать будут? Вот, если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.